В этом видео мы рассмотрим, каким должно быть основание перед укладкой кварцевинилового покрытия FineFloor. Укладка должна производиться на подготовленное основание. Ведь долгий и безупречный срок службы кварцевинилового покрытия во многом зависит именно от качества подготовки основания. Поверхность под укладку считается подготовленной, если она соответствует 6 пунктам и должна быть ровной, монолитной, сухой, непылящей, твердой, чистой. Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов. Ровное основание. Это значит, что перепад высоты поверхности основания должен составлять не более 2 мм на метр, а также поверхность должна быть гладкой. Перепад проверяется с помощью строительного уровня или правила. Инструмент укладывается на поверхность пола и при помощи фонарика оценивается перепад высоты. Важно, чтобы имеющиеся перепады были не ступенчатые, без наплывов. Также на основании должны отсутствовать ямки и бугорки. Все это негативно скажется на качестве монтажа и последующей эксплуатации покрытия. Монолитное основание. Под этим следует понимать то, что основание не должно иметь трещин, разрывов, пустот и быть целостным. В противном случае оно продолжит разрушаться под покрытием и приведет к необходимости демонтажа уже уложенного пола и ремонту основания. Основание должно быть сухим. Не полностью вышедшая влага снижает прочность основания, не дает застыть клеевому составу и провоцирует распространение грибка под покрытием. Поэтому перед монтажом нужно убедиться в том, чтобы основание соответствовало следующим требованиям по остаточной влажности. Для цементно-песчаных стяжек не более 5%, для бетонных оснований не более 4%, для древесных оснований не более 12%. Проверить это можно двумя способами. Первый – это электронный влагомер. Второй способ проверки влажности – при помощи полиэтиленовой пленки, приклеенной к основанию по периметру скотчем на 24 часа. При наличии повышенной влажности основания под пленкой появится испарина, а само основание потемнеет. Непылящее основание. Для качественного монтажа покрытия важно, чтобы основание не было пылящим, так как в противном случае пыль будет препятствовать адгезии клеевого состава. Проверить основание можно, слегка поскоблив поверхность шпателем. Если после этой манипуляции поверхность не отслаивается и не крошится, то основание не пылящее. Твердое основание. Основание должно быть твердым, то есть прочным. Ведь кварцвинил – материал эластичный и всю нагрузку полностью передает на основание, которое не должно деформироваться под давлением ножек мебели и других нагрузок. И последнее. Основание должно быть чистым. Грязное основание, так же как и пылящее, будет препятствовать качественной адгезии клеевых составов, а мусор будет попадать в замки при монтаже, также снижая качество их замыкания. Поэтому необходимо тщательно убрать весь мусор, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масел, герметиков и тому подобного. И помните, что подготовка основания – важная составляющая долгого срока службы кварцвиниловой плитки FineFloor.